Check the mic and make sure it sound right, boy. В товарищеском матче Рома сыграла в ничью Спорту. В составе португальского клуба отличился Витинья. У римлян забил Джанлука Манчини. Но это не самое интересное в игре. На 64-й минуте матча Пеппи грубо врезался в Мхитаряна. Началась между ними стычка с оскорблениями, плавно переросла в словесную разборку всех игроков, включая запасных. Рефери возобновляет игру только по прошествии более 3 минут. Мы сегодня провели контрольный матч против команды, которая стартует 8 августа. Для команды, которая стартует 22 августа, сыграли здорово. Главное, у нас есть команда. Мы едины, мы одно целое, отважные парни. И под конец хорошая новость. Стороны договорились о трансфере, итоговая сумма которого составит 20 миллионов евро. В общую стоимость входит аренда в 2,5 миллиона, обязательный выкуп – 15 миллионов, процент от будущей продажи и бонусы. В минувшем розыгрыше чемпионата Италии Шамуродов забил 8 голов в 31 встрече. Контракт игрока с генуэзцами рассчитан до лета 2024 года. Sound white boy.